она очень добрая, и еще она самая добрая в школе, наша учительница. И еще она очень красивая, она и как по письму носит очки, а вот не по письму, она не носит очки, когда крупное что-то. Он спортсмен, комсомол, просто красавчик. Он играет в футбол. У него кабинет на 4-м этаже. Что еще? Он рано ходит в школу, потому что он очень-очень-очень-очень далеко живет. Он очень строгий, вот, и очень-очень-очень смешной, ну, иногда. Все. У нее каждый день в классе показывают мультики. Это очень заботливый, требовательный педагог. Она живет очень далеко. Каждый день приезжает на машине. И она более ответственная и... Она кричит не только на первый класс, но и на нас там, и на всех остальных, там, на 10-й. Вот, она очень сильно-сильно-сильно заботится и о первом, и о нашем классе, о 5-м Б. Вот, и, ну, для нашего класса это самый лучший учитель в школе. Все. Она добрый, жизнерадостный человек. В ней мне нравится то, что она никогда не покидает меня. Она очень трудолюбивая. Она помогает нам получать знания. Она строгая, но справедливая. Она имеет чувство юмора, и когда надо что-то спросить, она всегда может ответить на наши вопросы. Она строгая, у нее кабинет на 3-м этаже, она приходит после того, как школа открывается, у нее кабинет на 3-м этаже, она изучает жуков, она смышленая, и еще она очень строгая. Я не сделал домашнее задание. Тебе про проблемы негров рассказать? Спасибо, не надо. Он добрый, веселый. Это очень добрый человек. Она очень добрая. Она любит всех детей в школе. Это человек, у которого одеты очки, мы все ее боимся, и мы ее уважаем и любим. А еще она дает мне деньги на обед.
очень добрый, жизнерадостный человек. В ней мне нравится то, что она всегда жизнерадостна. Этот человек работает в школе. Он отзывчивый, красивый. У него всякие наряды, и он работает в школе. Он очень добрый. Она блондинка. У нее большие глаза. Она улыбчивая. У этого человека есть маленькая собачка. У нее очень много нарядов, и она ходит на шпильках. Выглядит она блондинка, в юбке, добрая. И на каблуках. Я ударил. Все? Что такое серьезно? Он добрый и преподает математику. Ё-моё. Она можно заново? Осторожно на ладошку я лягушку положу, лапку, глазик, перепонки и животик покажу. Да чего же интересно разглядеть в микроскоп травку, пестики, тычинку и малюсенький микроб. Биологию учили. Получается, что за ф... А еще я умею делать так.